ВДМХ или выставка достижений молодых художников открылась в Ульяновском молодежном центре современного искусства в конце марта, как раз накануне объявленного карантина. Так что посетить ее смогли единицы. Предлагаем познакомиться с интересными экспонатами виртуально. На ней представлены в основном работы двух авторов – Антона Лазарева и Юлии Узрютовой. Антон Лазарев – главный идейный вдохновитель и руководитель Ульяновского объединения молодых художников «Ёжики-художники». И он вместе со своими ребятами для выставки предоставил различные календари, предоставил открытки, магнитики, закладки и разные интересные вещи, которые вы можете увидеть на нашей выставке. Творческое объединение «Ёжики-художники» создано на базе детской школы искусств номер 7. С первого дня его возглавил Антон Лазарев. В работах Антона и его коллег главный герой – ёжик. Ребята берут известные фильмы, такие как «Звездные войны», «Оно», «Игра престолов», «Гринч», и трансформируют главных героев и не только главных героев в ёжиков, наделяет их чертами, характерными для персонажей, и, собственно, делает такие открытки. Открыточки абсолютно полноценные, их можно посылать по почте, нужно только приклеить марку. А Юлия Узрютова предоставила для выставки свои акварели, календарь с видами города и открытки. Юлия рисует с детства. И хотя высшее образование получила по другой специальности и работает корреспондентом, рисование не забросила. Она в основном рисует акварелью, делает наброски всем, что окажется под рукой – ручкой, линерами, карандашами. Любимые жанры Юлии – пейзажи, натюрморты и быстрые зарисовки, скетчи. Сейчас в приоритете городская тематика. Под ее кисть попадают дома, троллейбусы, окраины. Некоторые считают Ульяновск серым, но в работах Юлии улицы родного города выглядят яркими и привлекательными. Выставку дополняет необычный экспонат – светящийся человек. Ну, такая копия работы называется «Люди, льющие свет». Самый большой этот проект был представлен на фестивале Таврида Арт екатеринбургскими художниками, но наши ребята из училища культуры, они решили повторить и показать нашим ульяновским ребятам, что такое вот можно сделать. Кроме того, на выставке есть 4 литературных сборника «Верлибр» разных годов выпуска, которые издаются Ульяновским государственным педагогическим университетом. В иллюстрации одного из них также участвовали авторы данной выставки. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Улправда ТВ.